Шановні громадяни, дорогі народи. Уважаемые граждане, дорогой народ. Что можно успеть за минуту? Какое значение она может иметь для истории? Какие судьбоносные шаги можно сделать в течение этой минуты? Все эти вопросы вызывает и сегодняшняя дата, и место, где я сегодня нахожусь. Сзади меня золотые ворота. Вокруг современный Киев. Позади тысячелетние величественные врата, которые защищали вход в столицу. Перед каждым из нас и ради каждого из нас стоят наши современные стражи, наши бойцы вдоль линии фронта, которые защищают нашу землю сегодня. Над золотыми воротами возведена надвратная церковь Пресвятой Богородицы, которая служила небесной защитницей города. Небо над нами сегодня защищают силы ПВО и все наши воины, берегиней которых является и Покрова. И я, и наш народ, и наша страна сейчас, в каком-то смысле слова, на перекрестке истории, на пути к переломным моментам, где с памятью о прошлом мы творим настоящее и пишем новую страницу своей доли. Это особенно понятно и заметно в этот день, День защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, который стал по-настоящему национальным, народным праздником. Праздником миллионов украинцев, которые защищают свою землю и не останавливаются ни на миг. И сегодня, ровно в 9 часов, в знак уважения и благодарности им, Украина остановится на одну минуту. Центральные улицы и площади наших городов, транспорт, все мы, где бы мы ни находились, должны остановиться и почтить память павших героев и поблагодарить всех наших защитников. Это время – хорошая возможность, чтобы подумать о важном, вспомнить важное, вспомнить другую минуту, первую минуту полномасштабной войны. Минуту, которая изменила все, разделила жизнь на до и после 24 февраля. Изменила каждого из нас. И доказательством тому являются ответы на вопрос, кем мы были до 24 февраля. Кем являемся сейчас? Какими должны стать? 24 февраля началось не тогда, когда часы показали полночь, а когда враг начал наступление. Для нас первые минуты того дня – это первые ракеты и первые удары по Украине. Обращаясь к нашим силам обороны и безопасности в тот миг, я говорил: «Стойте твердо, вы все, что у нас есть». И мы благодарим сегодня всех, кто стоял, стоит и будет стоять твердо. Всем, кто первыми принял тяжелый бой. Наши пограничники, наша пехота, танкисты, летчики, моряки, артиллеристы, зенитчики, наши десантники, спецназ, разведка, служба безопасности Украины, Национальная гвардия, полиция, тероборона. Все, кто защищает украинскую землю, море и небо. Чью защиту мы ежедневно чувствуем, отвагу ежедневно видим. Вдоль всей линии фронта, не останавливаясь, продвигаясь вперед во время продолжающегося контрнаступления. Когда украинцы, родом из разных областей, городов и сел, сейчас вместе. В одном блиндаже, окопе, в одном танке, самолете, БМП. Плечом к плечу, на разных направлениях, сражаются за села и города, где, возможно, и не бывали раньше, но сражаются изо всех сил, как за родные дома. Потому что такими они все стали для нас в первую минуту 24 февраля. Благодарим всех, кто защищает наши границы и рубежи, правопорядок и безопасность наших улиц, защищает наши земли от мин и снарядов, наши дома от пожаров и огня. Все, кто стоит на защите Украины, все наши силы безопасности и обороны, солдаты, сержанты, старшины, матросы, офицеры и генералы, которые вместе доказывают, не важно, что на погонах, важно, что в головах и сердцах.
кто делает это в течение прошедших 585 дней и последних 9 лет. И на вопрос, где я был 24 февраля, многие скажут: в АТО и ООС. Воевал на Донбассе, защищал Украину на востоке, а потом на всех направлениях. Освобождал Краматорск, а со временем Купинск. Защищал Донецкий аэропорт, а потом аэропорт в Гостомеле. Все мы хорошо помним день 24 февраля. Без преувеличения могу сказать, что помню его почти поминутно. Как, обращаясь ко всем украинцам, говорил, что отныне все мы – одно большое многомиллионное войско. Украинский народ сделал так, чтобы эти слова не остались просто словами. Не были громкими лозунгами, а стали поступками. И сегодня, отвечая на вопрос, что я делал до 24 февраля, многие скажут: я жил гражданской жизнью. Айтишник, инженер, фермер, актер, адвокат. Я был тем, кем мечтал, а стал тем, кем должен был. Защитником и бойцом. Потому что есть мгновение, когда судьба страны только в наших руках. И тогда в наших руках должно быть оружие. И тот, кто был свадебным оператором, теперь видит другие кадры и поднимает в небо дроны, поздравляя орков. Тот, кто перевозил пассажиров, теперь доставляет раненых с поля боя. Тот, кто сменил частную клинику в центре на полевой госпиталь около нуля. Тот, кто шил модную одежду, а теперь бронежилеты. А кто-то скажет, что 24 февраля был на первом курсе. Но уже вскоре прорывал первую линию обороны оккупанта. Все, кому пришлось быстро повзрослеть. А кто-то, вспоминая 24 февраля, скажет: я отец. И в первые минуты я думал о своих детях. О дне, когда они станут взрослыми и спросят, где я был и что я сделал после 24 февраля. И я знаю, что отвечу: я пошел вас защищать. И для меня важно иметь этот ответ не только потому, что кто-то когда-то спросит, а потому что в один день, так или иначе, ты спросишь об этом сам себя. Кто-то 24 февраля был в отпуске за границей. Кто-то работал за границей, кто-то учился. И тысячи из них, преодолевая путь со многими пересадками, а потом даже пешком преодолевая границу, вернулись в Украину, чтобы ее защищать. И как миллионы тех, кто были здесь, отложили все дела, работу, планы, утвердительно сказав: «Все потом». Все после войны. Все после победы. Дорогие украинцы, цель этого дня – почтение храбрости и героизма защитников и защитниц, независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа. И в первые минуты 24 февраля и до сих пор эту доблесть ежедневно видит весь мир. Это миллионы украинцев, которые защищают друг друга. Все, кто в каждом регионе взял в руки оружие и пошел на фронт и в ТРО. Все, кто в каждом оккупированном городе взял в руки украинские флаги и пошли на площади. Все, кто взял себе за правило: я не буду в стороне. И ежедневно буду делать то, что могу. Работать, лечить, тренировать, обучать, помогать, приближать победу, как могу. Защищать и обеспечивать потребности фронта. Находить, покупать и привозить все необходимое. Изготавливать технику, оружие, снаряды. Защищать дома людей от тьмы и холода, укрепляя и ремонтируя энергосистему даже под взрывами. Защищать и наш, и народы мира от голода, сеять и собирать урожай, несмотря на мины на полях. Защищать репутацию государства на дипломатической арене, поддержку Украины, преданность нашей борьбе со стороны международных партнеров.
защищать сознание людей, их глаза и уши от лжи, дезинформации, паники, защищать правду, защищать возможности государства, защищать связь, инфраструктуру, доставлять сверхважные грузы, эвакуировать людей, спасать людей, защищать жизни и здоровье украинцев и на передовой, и в гражданской жизни. Защищать будущее, образование, знания, детей, проводить уроки, несмотря ни на что. Защищать культуру, защищать веру, защищать друг друга. Это все, кто остается здесь, на своих местах, все, кто каждый день говорит себе: «Я могу делать больше, я могу помогать больше, я могу больше». Дорогие украинцы, трудные времена сделали нас сильными, а сильные приближают победные времена, шаг за шагом. Сегодня, завтра, ежедневно, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не должен и не сможет отключить нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы бы прекратили сопротивление и борьбу. Кроме одной — нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: «Будем бороться столько, сколько потребуется». Мы делали это в первые минуты 24 февраля. Делаем все эти 585 дней. И будем делать это и дальше. Мы остановили нашествие значительных сил вражеской армии. Выстояли, не отдали Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Запорожье, Сумы и еще сотни и сотни городов и сел. Выгоняем оккупантов. И делаем, и будем делать это и дальше. Становились более сильными, закаленными, лучше оснащенными и вооруженными. Делаем и будем делать это и дальше. Победили трудную зиму, преодолеваем ракетные атаки и террор. Делаем и будем делать это и дальше. Быть защитником — это совершать поступки ежедневно. Быть защитником Украины — это быть ежедневно с Украиной. В Украине. Ради Украины. За нами наша история. Впереди наша победа. И свободная страна, которую мы защищали, защищаем и защитим. Важно, кем мы были, важно, какими стали и являемся сейчас. Важно, кем станем. Что спросим у самих себя в первую минуту победы? Что вспомним и скажем сами себе? И когда достигнем нашей цели, это будет день наших защитников, защитниц и победителей. Мы отмечаем этот день в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Народный праздник, который стал государственным. Днем защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, который стал народным. А когда государство и народ вместе, они всегда побеждают. Слава всем, кто сражается и защищает Родину. Слава нашим защитникам и защитницам. Слава украинскому народу. Слава Украине.